Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Вчера я записала видео по проекту HitSim. Это новинка. Стартовал он 21 числа. И вчера я не показала, как просматривать рекламу. Я закинула сюда $5, потому что минималка здесь. И если напрямую с кошелька, начинается от $5. А из заработанных денежных средств можно как бы наращивать вот эти монетки, бэкпоинты, уже с $1 из заработанных денежных средств. Значит, кликаем по PyTDS. Появились вот у меня сегодня с утра денежные ссылки. Вечером я зашла, у меня их не было. Как бы я проверяла, периодически заходила в кабинет. И вот у меня по 2 цента они идут. 8 рекламок. Кликаем на одну из них. Можно перейти сюда. И ждем отчет таймера. И таким же образом, кто не пополнился, будет рекламка не денежных ссылок, а вот этих поинтов, бэкпоинтов. Там, по-моему, 15 секунд было. Таким же образом просматриваются и вот эти бонусные бэкпоинты. Все, мне зачет. Я поставлю на паузу, просмотрю всю рекламку и посмотрим, сколько мне начислят. По-моему, 19 центов с копейками. Ну, сейчас. И последняя рекламка у меня. Все, зачет. Я всю рекламку на сегодня просмотрела. Возвращаюсь в аккаунт. И да, вот у меня 19 центов. Мой баланс. Высчитываю, друзья, здесь эти поинты. Так как у меня вчера было 8160, по-моему. Стало 7867. Я как бы идет вычет. Ну что, если вас зацепит этот проект, я никого не агитирую, не призываю вкладывать денежные средства. $5 – это не $1. Смотрите, друзья, сами. Зацепит проект – работайте. Нет – значит нет. Перейдя в описание по ссылочке, попадете вот на такую страничку и изучайте проект. Пожалуйста, опускайте. Уже почти 1000 человек. Ну, набирает обороты, конечно. И здесь бэкпоинты. Все это кликабельно. Как это работает? Вопросы-ответы. Все кликаете, все читаете, изучаете. Зацепит? Пожалуйста, работайте. Не зацепит? Пожалуйста, пройдите мимо. Это дело добровольное, как говорится, каждому свое. Не каждый и любит такие проекты. Да, я рискнула. И неизвестно, заработаю я здесь или нет. Это интернет, я понимаю, куда я зашла. И остается надеяться только на порядочность администратора. И что администратор будет честный, порядочный и как бы будет работать проект, платить. Вот. Это всегда риск. Какой бы ни был проект, это всегда риск. Помните и не забывайте об этом. А в первом уровне платят 2% там, ну, от рекламы, как я поняла. Так что цена будет колебаться. Ну вот мне сегодня по 2 цента. Как бы, да? Завтра вот посмотрим. И у меня первая группа, и буду стараться придерживаться пока первой группы, а там уже я посмотрю по обстоятельствам. Всем удачи, больших заработков. Будет что выводить. Буду, естественно, писать видеообзор. До новых встреч!